13-я экспедиция за кладом и первая в наступившем году стала отличным подарком всем любителям активного поиска лучшей жизни. Из парков и садов мы переместились в самое сердце столицы, поближе к Кремлю. А вдруг с той стороны нас заметят и выделят для такого благородного дела, как кладоискательство, что-нибудь из алмазного фонда. Кто оплачивать будет? Был неправ. Действительно, к чему это роскошь, когда в этот раз в организации экспедиции приняла участие компания «Витесса», предложив в качестве дополнительных призов победителям замечательные подарки. Железно. А еще участники, правда, за отдельную плату, могли прокатиться по Красной площади с ветерком. И никаких вам гаишников. А вот спуститься с горы, оставленной коммунальщиками на историческом месте, видимо, по просьбе самого мэра города, можно было совершенно бесплатно. Новогодняя ярмарка на фоне башенных кранов Кремля. Через пару лет эти кадры станут уникальными. Зайдя в ГУМ, участники экспедиции могли насладиться не только ценниками, напоминающими номера телефонов, но и традиционным фирменным гумовским мороженым по сходной цене. Вкусно? Да. Хотя истинные гурманы могли добавить в ассортимент и баночку черной икры из гумовского гастронома. Какие-то жалкие 58 тысяч за полкило. Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Но главной фишкой главного универмага Москвы было все-таки старинное еще эпохи СССР объявление по радио. Если вы потерялись в ГУМе, встречайтесь в центре у фонтана. Неважно, что фонтан в эти праздничные дни выглядел вот так. Создавалось впечатление, что многочисленные гости столицы приехали в новогодние праздники в Москву исключительно поесть. Третий этаж как магнитом притягивал к себе голодающих планеты. Столовая 57. Вот она, кладезь калорий и килокалорий. Именно здесь, рядом с пунктом питания, мы решили устроить финиш для изможденных игрой кладоискателей. Экспедиция состояла из двух частей. Домашней, в которой мы задали участникам несколько несложных вопросов. Все они касались знаменитых звезд над башнями Кремля. И непосредственно самой экспедиции, где участникам нужно было по фотографиям найти определенные исторические места и разжиться специально закрашенными нами секретными числами. Таких исторических мест мы набрали 8. Быстро пройдя маршрут, точно собрав все тайные числа в единое целое, участники получали координаты финиша. Эту роль выполнял мостик, который перекинулся между галереями в непосредственной близости от самой знаменитой столовой. Да-да, именно этот пожарный кран и был финишной загадкой. Именно он давал ключ к нашему секретному телефону. Примерно через час после старта секретный телефон зазвонил, и мы услышали голос счастливых победителей. Конечно, вся наша команда видеосоветов тут же устремилась им навстречу. Как выразился бы знаменитый поэт, да, знакомые все лица, и знать, и моды образцы. Еще бы, победители 11-й экспедиции, ловцы удачи, правда, потерявшие одного бойца. Мы, конечно, не отказали себе в удовольствии послушать их рассказ о собственном триумфе. Мы приехали сегодня заранее, вот, погуляли по новогоднему Кремлю, по Манежке. Очень ждали открытия карты как раз-таки в ГУМе. Это было предчувствие, что это будет здесь. Потом пошли искать все таблички, все нашли, честно. Уже нашли точно эту скамейку, познакомились, да, с другими участниками, пообщались. Они тоже давно ходят. Вот, пришли сюда, нашли пожарный кран. С телефоном случайно неправильно сложили числа. Точнее, не сложили, а просто поставили 4 и 9, а надо было сложить. В сумме получилось 13, мое любимое число. А, еще и 13 экспедиция, точно. В 2016 году рубиновым звездам исполняется 79 лет. В какую сторону вертятся они? Вертятся они, как флюгер, куда ветер дует, туда и крутятся.
и звезды с уральскими самоцветами были больше рубиновых. Так это интересно вообще, просто всю Википедию прочитала, все изучила. Теперь могу экскурсии проводить. Традиционно победителям была вручена баночка элитного чая нашего информационного спонсора – компании «Метр ДТ». Раз, два, три, четыре. Совершенно случайно мне оказалось 5000 рублей. Везет же людям. Продолжаем аттракцион «Великой щедрости». Теперь подарки от компании «Витесса». Вот здесь вот такой симпатичный штопор, который может пригодиться. Вот. Подарок для истинных джентльменов. Вот здесь можно взбодриться, еще кофе попить в придачу. Еще такой термос походный, на котором можно, так сказать, пойти отдохнуть. Что же, осталось пожелать команде «Ловцы удачи». Удачи! Наш любимый чай. И новых побед в наших экспедициях. Играйте с Витессой, выигрывайте! Лучшие советы со всего света. Видеосоветы.ру